Вот. Камера, как всегда, включается что-то с опозданием. Сидим, спорим. Включай. Сам включай. Ты включай. А, это ж твой канал, на. Или домой канал. Людей, людей, я не знаю, что тут видно. Машины. Вон полный пляж. Вот я сейчас телефоном с него лучше видно будет. Да, телефоном будет лучше. Я поэтому и думаю. Людей ну, будет не видно. Короче, ничего. Мы сидим такие, спорим, растерялись, да, выехали на море. Утром я пробежался, там на онлайфе посмотрели, кто видел пляж. Мы в солнце сидим. Вышли такие, приехали, точнее, на машине. Сначала выйти, не выйти, пешком на машине. Думаю, давай на машине, пешком вышли, что не идется, да? Аня на базар сходила, я, как всегда, тут все пробежал. Что мне опять тут ходить? Выехали, выходим, подъезжаем, машин, блин, некуда поставить машину. Машины все. Еле поставили, слава богу, мы тут местные уже. Это первые выходные. Выходим, людей кричат, все сидят, все по берегу. Блин, сейчас я выйду на берег, покажу. Все что-то вышли, ходим сюда. Я что утром бежал в 11 часов никого почти. Ну были там были чуть-чуть больше людей. Я же сказал еще, бегу, о, говорю, люди подъедут попозже. Потому что это не только, во-первых, первый день выходной. Они утром выехали и к обеду приехали. Пока разместились, вот вечером на пляж. Потому что еще завтра выходной. И послезавтра выходной. А может, кто уже и на недельку приехал. Короче, да нет, полный, сейчас, вчера, полный вот пляж, да, почти. Ну, я не знаю, ну, я думал, летом столько, а сейчас я не знаю, сколько, да? Еще больше. Да, летом вообще, ну, вообще, как бы, все. Я еще утром бегу, смотрю, магазинчики открываются, там все, думаю. Все моют. Да, готовятся, и тут, короче, все, сезон начался. Просто народа, машин, машин немерено, вот, забито. Так это первый, как сказать, выходной. Первый выходной июня, теплый. Солнцем, теплый, да, солнце. Совсем. И так в что? Море купается, не скажешь. И мы вообще растерялись, идти, не идти. Мы такие уже отвыкли от пляжа с людьми, да, привыкли уже без людей. Аня, может я пойду пройдусь? Я говорю, да что там ходить, короче. Что там ходить, да? Да, это точно. Такие сидим, блин, что делать? Я бы... Так что такие дела. Сейчас все еще белые, мы, правда, загорелые уже, да. Хоть одно нас что-то. Теперь сидим, растерялись. Днепру привет. Днепру привет, да, только что с балкона кричат нам. Пока вы включили, достали со своих. Балан, о, машут, из Днепра привет, ну классно. Началось. Люди приехали, да? Да, люди приехали. Ой, водичка теплая сегодня. Сейчас померяем температурку, а то что-то много купается сегодня людей. А мы еще до сих пор не... Надо поехать куда-то покупаться. Ой, класс, иди сюда, что ты... А, у тебя обувь не та. Вот как надо ходить. У меня, извиняйте, обувь не будет. Тут теплая вообще. Здесь можно опускаться. А что это за дырочка? Мало. Что это за дырочка? А тут тоже достаточно уже людей. Скользко. Смотри, аккуратно. Сейчас там где-то надо померить температуру. Купайся. Ты сейчас тут? Пошли дальше. Люди загорают. Ух ты, все, тихо. Покажи. Первый раз край такой вижу. Покажи, покажи. На Азовском море крабик, первый раз вижу. Все, ужин есть? Размер с ноготь. Манюнка. Ладно, выпусти. Выпусти ее. Погнали. Так, людей добавилось, добавилось людей. Стекла аккуратнее. Так туда, это ж... куда-то подальше, стекло. О, конечно, стекла, потому что вот они, стекла. Вот они, эти стекла. Давай тут мери. Капец, мы вчера сгорели. Так, спасибо всем за комментарии. Всем-всем-всем. Спасибо, кто начал за нас отвечать, нашим же зрителям. Помощники вы наши. Просто все супер. Молодцы. Сегодня была на базаре, пока Валера меряет температуру. Но я думаю, что она очень горячая водичка, потому что там купаются на пляже уже все. Я не знаю, видно, не видно. Сегодня была на базаре на центральном рынке. Очень много поприезжало, видно, с ближайших поселков. Зелени немерено.
Ну, подорожала клубника. Клубника 100 гривен килограмм. Черешня такая крупная, треснутая, чуть-чуть зеленоватая, 45 гривен, а на самом рынке 65 гривен килограмм. Сейчас я тут присяду, пока надо бегать, температуру меряет. А так, больше я ничего такого, сала по 40 гривен я опять нашла, засолила. Погодка наладилась сегодня, вот смотрите, какое. Потеплело сильно? А я и смотрю, что все купаются, а мы дома сидим. А мы вчера мерзли, получается, как два этих, ветер дул, в уши надул, обветрило нас. Ну вообще просто горячо. Обгорели, подгорели, сегодня капец, ночь была ужасов каких-то. Я вся чесалась, у меня как будто аллергия пошла. Сегодня такие с Валерой, он на пробежку, я на базар. Ну ладно, пошли посмотрим. Посмотрела по веб-камерам, людей немерено. Ну и что, и сколько там? Все, можно купаться. 21 градус. Нифига себе, как она за один день, с 19. Ну. А она 2 градуса сразу. А завтра еще будет больше. Температура воды в Азовском море уже 21. 20, а вон, смотри, там тоже пузырики. 21-22 градуса. Так это здесь глубина как бы. Людей капец. Что-то я разучилась ходить по пляжам. Еще обувь не то одела. Ну, так бы прошлась купаться. Бы. Ну да, поехали, можно на Косово хоть съездить, посмотрим. Много там людей.